Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, как же ускорить браузер Opera на ваших ПК, то есть на разных версиях Windows. И это будет, конечно же, турборежим, мы сможем с вами поставить. В настройках вы его не найдете, сейчас уже более новая версия, нужно ставить расширение. Я вам сейчас продемонстрирую, как это делать. Итак, мы с вами перейдем в браузер Opera, он у меня уже открыт. Нужно нам зайти в меню, пункт расширения, загрузить расширение. Потому что вы в настройках не найдете турборежим, вам только нужно будет загружать расширение. Вот загрузилось меню, здесь нам нужно будет в поисковике набрать Turbo, конечно же. Ищем Turbo, и вот он, Turbo Button, красный спидометр. Вот он прогрузился, жмете загрузить, устанавливаете, добавляете через настроечки, либо вот через расширение в данный момент. И нужно будет настроить, то есть управление расширением зайдете, вот оно будет включено. Здесь вам в принципе вот по настроечкам тут расширение использовать в режиме инкогнито. Вот, и также расширение доступ к результатам страницы поиска тоже включаем. Собирать ошибки это не нужно нам, это абсолютно все. Это в принципе все те настройки, которые вам нужно знать. Вы видите его сюда, и поверьте мне, страницы уже намного быстрее будут грузиться. Чем грузились, допустим, у меня, они намного быстрее работают. То есть вот в принципе как-то так. Это те все настройки, которые вам необходимо было знать. Итак, это все нужно, это ускорит ваш браузер, очень быстро будет работать. Точно так же чистите кэш, и это прибавится скорости к вашему браузеру. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх. Оставляйте ваши комментарии, для меня это очень важно. Всем пока!